Спасателей сегодня профессиональный праздник. Тем не менее, подразделение МЧС на посту, выполняя весь спектр аварийно-спасательных работ. С ростом прогресса происшествия становятся все более сложными и технологичными. Например, в Минске многоэтажная застройка накладывает свою специфику. В столичном управлении на вооружении состоит спецтехника с лестницами, коленчатые автоподъемники, работают группы в альпинистской экипировке. К слову, именно в Минске есть и уникальный на пространстве СНГ автомобиль, который позволяет подниматься на 90-метровую высоту. Современные спасатели готовы к работе в любых условиях. С начала года в Минске зарегистрировано чуть более 200 различных чрезвычайных ситуаций, других нештатных ситуаций, где было спасено 12 человек, 8 на пожарах, 4 на различных других нештатных ситуациях. 400 человек были эвакуированы, люди были спасены как в жилье, так и на акватории, так и в результате последствий дорожно-транспортных происшествий. Сильный мороз, как и сильный ветер, является неблагоприятным условием для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Хотя, в свою очередь, это нас не пугает и больших проблем для нас не создает. Немаловажное развитие более тесного взаимодействия между спасателями разных стран. На минувшей неделе минских спасателей посетили пожарные из Хельсинки. Финские коллеги ознакомились с парком и оснащением аварийно-спасательных частей Минска, обсудили особенности работы в зданиях повышенной этажности и использования высотной техники.